Скажите, начнем с того. Вы о чем-нибудь мечтали с самого-самого детства? Да. Ну вот прочитали вдруг книгу какую-то, да? Да? Запомните это ощущение, даже запишите себе где-то в дневник, потому что это когда-то всплывет, как у меня. А в свое время мне мама давала 20 копеек на обеды. Но я так не любила обедать, я быстро в книжный магазин. И там был такой барабан, крутился. И я все время выигрывала там эти лотереи книжные. Но тогда были башкирские авторы, я практически очень много прочитала. И вдруг мне попалась вот книга «Урал Батыр». Это сейчас они еще более красочные, тогда были попроще. Я прочитала на одном дыхании. Прочитала, и у меня внутри сразу остался образ того, я так хочу это увидеть вживую, я так хочу, чтобы создали мультфильм именно так, как я вижу эти образы. И представляете себе, когда уже дети у меня подросли, выучились, я еще так пошутила, говорю, вам обязательно, чтобы мама зарабатывала деньги? Она говорит, нет, не обязательно. Говорю, ну все, я поехала на сплав. Я поехала на сплав, и именно на сплаве стали попадаться вот эти все великолепные образы. Сейчас мы по ним каждый раз это будем приходить и смотреть. И автор, который смог перевести вот эти вот кубаиры, которые читали наши старики, ведь раньше все это передавалось в устном виде, да, и он смог перевести это на наш язык, это вот Мухаммеджа Бурангулов. Попадется книга, прочитайте, вы получите огромное удовольствие. Так, теперь книгу я могу положить, потому что она мне чуть-чуть... Можно? Да, да. И смотрите, какие образы мне стали попадаться. Ян Берде. Мудрое, красивое лицо. Да? Но, правда, сейчас местные. Кто-то взял и подрисовал синей краской глаза, как будто они открылись. Считаю, зря это сделали, потому что именно у древних стариков, когда они прожили очень много жизни, можно так сказать, зарастают постепенно мясом глаза. Видите, здесь даже образ такой. А когда делают свои какие-то новшества, это, я считаю, не столь интересно. Вот он образ. Но самое интересное, у меня рисунки идут одной линии. То есть я прикоснулась, как-то думаю, дай-ка я обведу этот образ. И у меня рука стала идти. И практически все рисунки нарисованы одной линией. Они начинаются, где-то есть стрелочка, заканчивается. Это есть у меня во многих соцсетях, я стараюсь в это...